Где ты? Какой-то недобрый волшебник вырезал тебя из моего поля и из моего тела, запечатал в прозрачный коробок из пластика и отправил по назначению. Какой-то врач выписал тебе назначение. Какой-то друг попросил о тебе врача, грача. Видать, очень любит, губит тебя твой друг. Я не чувствую тебя больше. Ты этого хотел? Не знаю, чувствуешь ли ты меня. Ищу, ищу в своем космосе и не нахожу. Мне хорошо, я чувствую свободу и отвязанность. А тебе-то как? В твоем коробке из пластика. Почему-то сдается мне, что этот недобрый волшебник ты сам и друг, который направил тебя к врачу-грачу, тоже ты сам. Где ты?